Калькальта. Первый порцов первого мира Адам Хатмон, образовавшийся после цинцум. Алев, первое искажение на режим отдаля, де обьют четыре и даля, де и длаж бешут четыре. Порцов Калькальта относительно мира бесконечности было светом, было заполнено все. Все мироздание, где светом было заполнено все мироздание, представляет собой лишь тонкий луч света Гальгальтовая Наима. Кетер, это кетер Хохма и верхняя часть Бины Гардебина вместе называется Калькальтовая Наима. Гея или отдающие альтруистические сосуды Келима. Кар, Кемиля, решим, решо, решено. Гар, Гемель, решено. Три первых сфиры, кетер, хохма и бина. Гематрия, численное значение буквы в слове, математическая запись духовных состояний. Гемар, тикун, на иврите окончательное исправление, конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное избавление своих свойств и соответственно полное слияние с Творцом. Слияние с Творцом. Грех древа познания на иврите Ецедат. Использование сосудов получения, которые находятся ниже табура, без достаточного намерения ради Творца, вопреки запрету на их использование. Грехопадение Адама — это разоблачение сосудов, то есть швират келима, в результате которого смешались альтруистические, то есть отдающие и эгоистические, получающие сосуды желания. Гуф. На иврите тело, воплощение приятного, дрожь, то есть в голове решение в действии, состоит из тох, внутренняя часть туловища, и сов, конечная часть, то есть и части, которая получает свет, и части, в которой творение создает ограничение на получение света. Девять первых сферот на иврите тет решенот. Тет решенот. Свойства Творца, проявляющиеся относительно творения внутренние клипарцуфа, предназначенная для внутреннего света. Свойства Творца, желание отдавать вложенные в творение, желание получать.
10 сферот, различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений. 10 сферот, части общего желания насладиться светом Творца, разделенные по образу будущего человека. Раз, биение цельного желания на отдельные части сферот, свойства необходимо для того, чтобы можно было перенести эти желания в человека, в его эгоизм и привести его из крайне удаленного состояния этого мира в мир, мир бесконечности. Джеймс Хопвуд, английский физик и астрофизик, основные труды по кинетической теории газов.